Ребятки, всех приветствую на своем канале. Сегодня такая идеальная погодка для поездки на авторынок и потом, конечно же, в гараж. Такой легенький снежок лежит, 5 сантиметров, а может даже и 10. Минус 5 градусов мороза. Как раз вот самое время поменять карданный вал. В общем, в чем у меня с карданом? У меня он не отбалансирован. Его телепает, калашматит. В общем, неприятно так ехать. Думал, что делать. Можно отбалансировать. Порядка 600 гривен стоит. Но у меня такие подозрения, что там помимо балансировки надо будет еще замена крестовин. Это как минимум. Ну или как максимум, не знаю. Но, в общем, скорее всего потребуется. И второй вариант — это просто поехать купить с разборки бэушный обычный кардан с живыми крестовинами за 500 гривен. Вот я выбрал пока второй вариант, и, пожалуй, все-таки сейчас я поеду, куплю кардан и поеду в гараж его, блин, ставить. Снежок, холодно, ну, что, мне-то не привыкать, в принципе. И уже тогда из гаража буду вам вещать. В общем, я не стал очень сильно заморачиваться. На авторынке купил бэушный кардан. И там же его и поставил. Цена вопроса. Кардан 500 гривен. И поставить его 150. То есть мне это все удовольствие обошлось в 650 гривен. Кардан на месте. Нормально, не вибрирует. Вообще вибрации нету. Все четко, доволен. Короче, по-моему, это самое правильное решение, потому что если бы я поехал сейчас менять его в гараж, в холоде, в такую вот погоду, ну, наверное, это просто не имеет смысла, на мой взгляд. Там купил, сразу же поставили, все это заняло буквально полчаса от момента покупки до выезда из гаража, из бокса. И все. Все нормально, вибрации нет, все четко, все супер. Фотография нового кардана вот сейчас тут вот появится. И вот старый кардан. Ну, собственно, по фото, я не знаю, поймете вы там что-то или нет. Разницы в них особо никакой нету. Что один бэушный, что второй, в принципе. Но радует то, что, ну, больше 80 я разогнал. И не было ни вибрации, ни шума, ничего. То есть подвесной подшипник живой, крестовины я проверял, живые, смазанные. В общем, вот так вот как-то. Итого у меня замена кардана заняла полчаса, в принципе. И всего 650 гривен. Опять же, если снимать старый, вести его на балансировку. И, кстати, на старом все-таки я обратил внимание, что... две крестовины надо менять. Ну, одну точно. Она как-то и люфтит, и закусывает. То есть, снимаю я кардан, значит, меняю крестовины, везу кардан на балансировку. Итого это мне вышло бы гораздо дороже. Так что, мне кажется, сделал правильный выбор. Выбрал самый оптимальный вариант. И поэтому я сейчас счастлив. Все, ребятки, всем хорошего дня. Кто забыл подписаться на канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк или дизлайк и нажмите колокольчик. А еще можно прокомментировать это видео, и мне будет очень, как, вот, очень приятно, вот совсем приятно. Все, ребятки, всем удачки!